Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И как вы видите, передо мной сейчас по 7 стаканчиков с правой и с левой стороны. И это все неспроста. Дело в том, что я приехала к своим друзьям в Angel's Home, где я, в принципе, и раньше состояла, только прошлым летом. Сегодня мы по очереди вместе с ребятами будем пробовать такие экстравагантные напитки, и среди 14 напитков будет 5 правильных, то есть 5 вкусных напитков. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, прежде чем смотреть это видео, чтобы не пропускать последующие и смотреть премьеры. А сейчас я приглашу ребят, все, которые снимаются в этом выпуске, просто вставайте рядом со мной, вместе поздороваемся, нас много, в том числе и моя любимая сестреночка Полина. Всем привет! Нас слишком много, мы сложно умещаемся в кадре, особенно вот Карина, она слишком большая в кадре. Слышь, ты! Ты чё, офигел? Ладно, шутка минутка. Ну, может быть, это и не шутки, потому что я чуть-чуть поправилась, но это исправимо. Короче говоря, мы сейчас стоим тут неспроста, будем пробовать эти напитки, но я ребят разделяю по парам, в том числе и я буду пробовать эти напитки. Я и Габи. Ты и Полина, Луиза. Катя. И Рази, Моя. И я. Подружки, чем? Поэтому мы желаем вам всем приятного просмотра, посмотрите на наши эмоции. И совсем забыла сказать правила этой игры. Все по очереди должны пробовать по половине напитков и угадывать вкусы. Кто больше всех угадает, в конце мы определим победителя. Я желаю вам всем приятного просмотра, и на счет три все закричим: мы можем начинать! У нас есть на всякий случай вот такое вот ведерко, потому что напитки, я вам скажу, неприятные, да и к тому же тут 5 только вкусных, как я вам уже сказала, поэтому ребята, если им вдруг попадется сильно невкусный напиток, могут, так сказать, устранить причину вон туда вот. Ставлю я ведро вот сюда, чтобы вы видели, если вдруг кому-то стало плохо, а не чтобы они вот так вот клевали под стол. Короче, я приглашаю Луизу и Катю. Немножечко поменялись правила, оказывается, у нас 3 вкусных напитка, потому что мы изначально подготовили больше, ну точнее не мы, а прекрасная наша операторша, которая сейчас снимает это видео, можешь поздороваться? Здравствуйте! В общем, я уже пригласила девчонок, это Катя, а это Луиза. Я думаю, что вы их и так прекрасно знаете, поэтому, девчонки, описывайте вообще, что вы чувствуете. Боже, я чувствую сейчас... Я чувствую вонь отвратительную. Я убью того человека, кто это придумал, сделал. Все, я желаю вам удачи, можете начинать. Ну что ж, мне сейчас довольно-таки очень страшно, потому что... Давай. Есть такие, которые не напить. Я первая или ты первая? Давай ты первая будешь. Хорошо, давай, окей, давай. Господи, страшно, очень страшно. Я... Знаешь, как надо? Господи, помилуй. Давай. Господи, помилуй, Господи, спаси. Габи, не захлебнись только. Да, ну не ври, он вкусный, 100% вкусный. Какой вкусный, там чили. Какой там чили? Фу. Бля, реально невкусно? Попробуй. Знаешь, что у меня вообще стоит? Нет, во-первых, там чеснок, от меня воняет чесноком теперь. Теперь моя очередь. Что это? Итак, как вы думаете, что было в напитке под номером 14 и 1? Под номером 1 там по-любому был чеснок, возможно чили, но там по-любому что-то было острое, и там точно был чеснок. Я не знаю, что там было еще, но это отвратительно просто. Нюхать, кстати, тоже можно. Очень знакомо. Что же это может быть? Это, наверное, молоко и... Нет, это, наверное, вода и какой-то корм. Надо еще раз проверить. Ну, ты рисковая. Чтобы вы понимали, они очень мерзкие, реально, напитки очень мерзкие. Габи, не пробуй. Мой знакомый, у тебя вообще нормально. А у тебя я знаю, что... Может, поменяемся? Нет. Дорогие мои, ну что ж, настало время пробовать мне, и я буду не одна, а вместе с Рази. Не особо разговорчивый мальчик, но зато очень симпатичный, и мы прямо сейчас попробуем напитки. Я буду стоять с этой стороны, Рази будет стоять вот с этой стороны. Ну что, давай пробовать одновременно. Давай. Вот этот напиток и вот этот.
Васаби. Ужас. Васаби. И какое-то масло, что ли. Мне кажется, что это васаби с маслом. Ты что думаешь? Я думаю, у меня полное дерьмо. Где-то рыба с чем-то. Ужас. Просто рыба. С молоком, мне кажется. Рыба с молоком. Окей. Ну что, я приглашаю своих самых любимых ребят, мою самую любимую, самую родную мою лучшую сестренку Полину и ее хорошего друга Славу. Я желаю вам удачи, ребята там ополаскиваются, а вы можете начинать. Вода есть? Вода сейчас прибудет. Принеси, пожалуйста, еще. Спасибо. Так, еще раз, мы должны выпить абсолютно все? Нет. Мы должны выпить абсолютно все. Чё, мне нравится такое состязание. Мне, если честно, не очень, потому что, судя по этому прекрасному бочонку... Выглядит это будет гораздо противнее. Но представьте, перед вами стоит ведро с харчами других ребят, и помимо этого еще какое-то непонятное... Там точно масло есть, смотри, там пузырьки. Давай тебе лучше. А что это? Надо посидеть деньги, чтобы честно было хотя бы. Так, ну чё, погнали, короче, по первому коктейльчику. Давай. Давай, если состоит плохо, говори. Оно густое, оно не пьется. О, боже. Остро. Там перец. Чили, скорее всего. Вероятнее всего. У меня что-то томатное с примесью какого-то тухлого... Вот, я предупреждаю сразу. У меня хорошо развитые вкусовые рецепторы. Я очень хорошо разбираюсь в продуктах и могу, в принципе, угадать, что и что. Но вот это непонятно. Я чувствую здесь только перец. Какой-то перец с чем-то. Я считаю, что если я угадал перец, а я его угадал, то 0,5 балла мне можно засчитать. У меня, кстати, вода с карининым волосом. Зашибись. Найс. Давай ты первая, Катя. Давай. Извините, что? Сука, ты будешь сегодня покорил смертью. Что там? Я знаю, что это. Это шампунь. Шампунь. О, умудрился, шампунь налить. Это же не напиток. Какой шампунь? Шампунь, кстати, отравиться можно. Это ж нельзя пить вообще. Блин, я не глотнула его. Так, ладно, теперь я, мне страшно. Я надеюсь, что там нет собачьего корма или рыбы. Магаби, все равно нам придется пробовать все, поэтому... А ты знаешь, что там? Мы испробуем. Нет, я не знаю, где что стоит. Мне очень страшно, что там. Но... Габи, сейчас стол провалится. Пробуй давай уже! Вы это... меня довести решили или что? Сегодня мы с тобой не целуемся. Мы сегодня вообще ни с кем не целуемся. Это какой-то лук. Нет, я знаю, что это. Вот здесь точно чеснока, то есть маринад и какая-то еще фигня, но здесь лук и чеснок по-любому. Это чеснок. Чеснок вместе с водой. Я считаю так. Причем чеснок, который, знаете, такой квашеный, именно специально в банке был, чтобы вкус был более правдоподобен. Ты что думаешь? Я не знаю, что это, но это точно что-то не из еды вообще. Что-то так. Бытовое, может быть. Что-то... Моющее средство? Да, похоже, что-то такое. Моющее средство или... Понятия не имею. Хорошо. Давай, стой. Давай продержимся. Челлендж, типа, не пить воду. Да сейчас прям, Давай. Я тоже буду. Давай. Сейчас, смотрим. Найс. Замаринованный чеснок. И все. Я это нечаянно глотнула, но это... Это масло с чесноком как будто. У меня стопудово чеснок. Прям на 1000000%. Маринованный. А, нет. Это мыло. Мыло? Ты перепутала мыло с... Можно попробую? Попробуй. Ты перепутала мыло с чесноком? Да, это мыло. Вкус мыльных пузырей. Реально. Какая гадость. Давай дальше. Почему они такие приятные? Ты сука просто! Ну, Кать, время целоваться, мне кажется. От нас отобеет. Ты вообще понимаешь, что я сейчас выпила? Что? Я сейчас выпила бачкор обувь для ног.
Габи. Ну что ж, я надеюсь, здесь будет что-то вкусное. Ты один и тот же пробуешь? Дорогая моя Амирада, я могу тебя поцеловать, если хочешь. Это просто отвратительно. Вот здесь точно чили или табаско, ну что-то такое, что-то очень острое. И я не знаю, что еще, может, рыба какая-то. Так, третий напиток, я до сих пор не выпила воду. Мне нормально. Продолжаем, третий напиток. Это легко, это шампунь. Это тебя что? Это что-то очень острое. Фу. Там точно есть перец. Ой, какой кошмар. Водички? Не, нормально. Если воды выпить, еще хуже станет. Проверено мною точно. Мой напиток... А, это шампунь был, я угадал. Да, молодец. И я не знаю, что это, но... Опять перец. Господи, Даша, нафига было? Все-таки давай забьем ты начало без воды. Или нет? Мне нельзя перец есть никогда вообще. У меня спаленный язык. Нет, не пьем. Нет, мы держимся, мы держимся. У меня что-то несъедобное. У меня тоже что-то вообще несъедобное, Даш. Смотри, что это. У тебя хотя бы не острое. Или острое? Нет, это просто что-то. Господи, какой ужас. Короче, я рассказываю быструю историю. Мне бабушка в детстве сделала борщ. Я решил туда по приколу, как дедушка, добавить перцы. И немножко переборщил. В результате я ел этот борщ, добился им до последнего. Потому что мне было очень стыдно перед бабушкой, что я его не доем. И в итоге я спрыгнул себе пол языка. И теперь у меня очень серьезная восприимчивость к острому. А у меня просто что-то несъедобное. Как сказали ребята до нас, это бензин. Это реально очень похоже на бензин. Че, серьезно? Я его не пробовала, но это очень противно. Вы такого не можете. Попробуй. Какая из них? Трубочек. Вот это. Вот это? Выглядит как шоколад. Это мыло. Вот это мыло. Это что-то противное. Это не мыло. Я знаю, что это. Что это? Это чем ботинки мажут. В смысле? Как называют? Вот чем ботинки, знаешь, мы натираем эти вот кожаные. Ну как, ребят, называется это? Ну нет, как-то профессиональное название есть. Гуталин. Гуталин. Нормально? Это стопудово гуталин. Ты издеваешься, что ли? Пипец, Даша, как можно в голову было такое прийти? Какой гуталин нам еще? Так, все, держимся. Из-за этого. Держимся. У нас какая, третья или четвертая трубочка? А, четвертая. Что? Сашка. Ах ты! Так смело меня бить. Короче, я предполагаю, что это молочный коктейль. Это значит молочный коктейль, клубничка с этим, с мороженкой, короче. Ну, это все смешано, все такое. Ну-ка, я надеюсь, здесь что-то нормальное. Габи, заглотни прямо хорошенечко. Прям вот еще прополощи рот вот так. Моя дорогая, это я советую сделать тебе. Да ладно, и на моей улице будет праздник. О, наконец-то боже мой. Что-то вкусное. Я не знаю, о, что это. О, боги, услышали, да. Там, по-моему, есть кофе, молоко и, в общем, там что-то молочное, какой-то молочный коктейль. Вот. Вкусно у тебя? Очень вкусно. У меня тоже. Это какой-то... кофейный молочный коктейль, что ли. Очень вкусный. Вкусно. Ням-ням-ням. Мне кажется, у меня что-то с молоком и клубникой. Вау, нам повезло с тобой сегодня. Вот это вкусно. Хорошее попадание. Давай, дорогая, твоя очередь.
сколько я вообще переживаю, я не хочу это пробовать. Тут все ясно. Тут просто все ясно. Тут все просто и понятно. Это вазелин. Ладно, шучу, это масло. Чистое масло? Угу. Так, что ж, я пробую следующий напиток. А это ты будешь глотать. А это ты будешь глотать. Вот это то ли собачий, то ли кошачий корм. Я просто нашего оператора очень люблю, начиная с сегодняшнего дня. Так, ну и предпоследний напиток. Это масло. Фу, у меня прям чистое масло было, я так считаю. Мне кажется, это у меня было масло. Да? Да. Мне кажется, у меня было масло. Фу, у меня до сих пор вот этот острый вкус от перца во рту. Или стоп, это может бензин? Ты что, серьезно? Да. Не, мне кажется, у нас оператор не такой бешеный, чтобы нам бензин наливать. Ну что ты скажешь, твой вердикт? Думаю, это бензин все-таки. Бензин? Потому что она очень противная. Ты пробовал бензин на вкус, чтобы так говорить? Ну я запах чувствовал бензин, думаю, по вкусу то же самое. Окей, нет. Хорошо. Мне непонятно, потому что у меня только что был йогурт. У меня масло оливковое, просто масло. Кончай динозавра. Ладно. Серьезно, блин, мне не вот, ну хз, что это, примесь чего-то, примесь какого-то говна. Засчитайте мне 1 балл, потому что в любом случае это какое-то говно. А вот это я, кстати, не понимаю, что это. Я даже пить не буду, я не понимаю, что это. Не понимаешь, сдаешься? Хочешь попробовать? Не хочу. Мне кажется, я тут все перепутала, мне кажется, вот это вот вазелин. Нет, не вазелин, не а было для обуви. Вот это вот для... Короче. Фу, как... Ты сдаешься или нет? Я сдаюсь. Ну ладно, окей. Так, а какую я пробовала? Вот эту? Я убрала ведро, нет, ты сейчас будешь глотать. Да ну что ты говоришь? Это кто такие правила придумал? Я ведро тебе не отдам. Да ну что ты говоришь? Может, Карина решит тогда, что мы будем делать, а? Так, по-моему, я вот эту еще не пила, я не помню. Ну, кстати, не пьется. Что там такое, господи, там что, опять собачий корм, что ли? Ладно, я тебе готовлю для себя ведро. Кстати, подождите. Там что-то адекватное, наконец-таки. Там точно малиновое варенье и что-то еще, я не понимаю, что. Я думала, там собачий корм. Там что-то вкусное. Короче, наконец-то мне повезло. Ура. Короче, в этот раз ты плевать не будешь. Нет, не буду. Окей. Очень тяжело пьется. Малиновое варенье. 100% малиновое варенье с водой. 100%. Причем это очень вкусно, я обожаю варенье. Тебе не повезло, Рози. Это что-то рыбное. Ой. И противное, с маслом, может. Или с молоком. Может, рыба с молоком, мне кажется. Рыба с молоком, хорошо. Фу, это что-то очень тошнотное и неприятное. Ты издеваешься, что ли? Варенье. Почему здесь все вкусное, а здесь все ужасное? Нифига вкусное, ты вообще видел, какие у меня напитки? Ты бы попробовала, здесь отравилась бы жизнью. Я тебе серьезно говорю, вот нах, попробуй, варенье. Оно помогает прибивать вкус всякого этого. Варенье зашибенно просто. Хоть что-то, да, что-то сделал в этой жизни хорошо. Вкусное варенье. Вкусное, да? Вот это странно. Вот это просто, я уже знаю даже, что это. Вот не... Ой. Осуждаю. Как
Кать, ну что это такое? Так нечестно, ты берешь в рот и сразу плюешь. Так не делается. Это молоко с кильками. И да, сегодня победитель я, поэтому никто больше не участвует. Убери свои руки от меня. Ладно, в этом эфире была я и Габриэлла Луиза. А то, что осталась последняя трубочка, тебя не смущает? Уйди со своим чесноком. Кошмары, блин. От тебя тоже. Последняя трубочка тебя не смущает, моя дорогая? Нет, я все выпила. Это твоя, Галина. Почему она моя? Давай напополам. Ладно, моя. Окей. Вонь, как из помойки изошла. Ну, от тебя тоже, моя дорогая. Так, что ж, пробуем последнюю трубочку. Я надеюсь, что мне повезет. Хотя мне повезло 2 раза. Катя, тебе везло хоть раз? Нет. 1 раз. Ну ладно. Я знаю, что это. Фу. Это просто отвратительно. Это уксус. Это уксус и еще что-то. И с вами была Габриэлла Луиза и Екатерина, которая просто умерла. От которой сейчас очень воняет сильно, для того, чтобы вы понимали. Вонь потрясающая, Луиза даже закатывает. В общем, я готова умереть. Что ты хочешь сказать по поводу этих всех напиток? Я хочу сказать, что наш оператор самый лучший. Ну что ж, дорогие подписчики, спасибо, что посмотрели вот это вот все. Я надеюсь, вам было интересно. Спасибо за ваш лайк, просмотр, комментарий. Мы вас очень любим. С вами была Габриэлла Луиза и Екатерина. С вами была Габриэлла Луиза и Екатерина Дэм. Всем пока, подружки Чек. Пробуем с тобой последний напиток. Давай, последний. Осталось чуть-чуть. Вера. Это уксус. Ужас. Кто положил уксус? Оператор вообще. Не тянется. Это что такое? Это, мне кажется, собачий корм или кошачий. Фу. Ну слушайте, ребят, я пробовала кошачий и собачий корм во время видосов, когда я еще в 2014 году снимала «Вызов принят», так что я думаю, я бы обрадовалась этому напитку, потому что он уже для меня привычен. Ну что? Ужас. Не, кошачий корм вкусный, но если он сухой, но он жидкий. Ну на этом все, мы испробовали кучу напитков, с вами был Рези Монро, спасибо за просмотр, всего хорошего. Ну что, а? Спасибо, спасибо, что предупредили, да. Почему вы предупредили только нас? Давай. Фигачим. Блин, я не могу подступиться. Они не кончаются. Это какая-то квашеная капуста супер ядреная. Серьезно, попробуй. Нет, спасибо. Ну, пожалуйста. Ладно, это за то, что ты пробовал. Квашеная капуста. 100%. Нет. Это уксус. 100% это уксус. Квашеная капуста же добавляет уксус? Да. 100%. Это уксус. Квашеная капуста не может быть такой ядреной. Это уксус. Я ставлю свою вторую ногу на то, что это уксус. Не серьезно, 100% это уксус. Попей воды, пожалуйста, побольше. Да мы ж не глотали. Вы не глотали? Нет. Все равно попей, пожалуйста. У нас челлендж не пить воду. А все, мы уже допили. А, да, кстати, да. Попей побольше. Блин, да вы заколебались со своими поцелуйчиками. Если вы... Итак, мы заслуженные ребята, мы здесь прошли этот челлендж без воды, поэтому я думаю, это достойно того, чтобы вы поставили лайк этому Спасибо, видео. Спасибо, что посмотрели на то, как мы со Славой мучаемся, харкаемся. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что поставили лайк и подписались, если еще этого не сделали. Теперь иди, я буду сам прощаться. Это было максимально некомфортно. Некомфортно? Это что? Прекрасно. Ну, а с вами был я, Слэв Тейлор, тот самый мальчик с какой-то фигней на голове. Подписывайтесь на мои социальные сети. Я думаю, Карина их оставит в описании. Оставишь, да? Да.
Спасибо. Вот, спасибо, что пригласила меня в это видео, и что вы посмотрели, как мы тут корчимся, крючимся. Вот, все, спасибо, и всем пока. Дорогие мои, я хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр. Вот эту вот гадость я просто убираю и зову сюда мою самую любимую девочку на свете, которая сегодня тоже участвовала в этом вот видео. Это да. Моя самая любимая сестренка Полиночка, я уверена, вы и так ее все прекрасно знаете. На ребят, на всех, я ставлю ссылочки в описании, если вам кто-то стал интересен, обязательно подписывайтесь на них. Также я снимаю это видео в The Angels Home, ребята все вместе снимают совместный контент, поэтому я на них тоже ссылочку оставлю ниже в описании. Кстати, я сейчас нахожусь у них, поэтому обязательно переходите. Обязательно переходите и следите за всеми ребятами, которые были в этом выпуске. Так что спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Всем пока-пока.